Сегодня у маршала день рождения. Сколько лет исполнилось маршалу? 6 лет. Мы ему сделаем очень вкусный торт, да? А что нам нужно для торта? Кирилл, сколько нам нужно яиц? 5 яиц, 200 грамм муки, сахар, 150 грамм и пакетик ванильного сахара, да? Так, ну давай, начнем. Белки с сахаром. Аккуратно. Ты же попробовала? Это перекладываем отдельно в миску. Переложим наше тесто в формочку, обложенную пергаментной бумагой, чтобы наш торт не прилипал к форме, да, Кирилл? Да, вот так. Еще. Ставим в духовку на 180 градусов на 30 минут. Наш бисквит мы сделаем взбитые сливки, да, Кирилл? Нам нужно 250 грамм сливок жирности 30-35% и 50 грамм сахарной пудры. Убираем в холодильник и ждем, пока остынет наш бисквит. Наш бисквит испекся и остыл. Сейчас мы будем его украшать, да, Кирилл?
еще украшать. Ну что, будем зажигать свечку и тушить? С днем рождения, Маршал! С днем рождения!